Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, King and Fire, Дэн и Тучка, Сергей, Time, Play Market, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Салам алейкум, братья. Привет. Приветики, блядь. Написали в комментариях, чтобы мы поубегали от аниматроника с нового пилпака FNAF Movie. Если 5 кушать, приятного аппетита. Сегодня, видите, как мы разнообразили ролик? Мы могли бы просто убегать, но мы решили, что это надо делать на машинах. Play Market. Кстати, вот вы заметили, Play Market всегда, в принципе, первый сливается. Не знаю почему, но видно, у него очень слабый скилл. Так, вот аниматроник. Кстати, он может на расстоянии мочить. Едь! Что ты делаешь? Блин, Серега, еще один человек стал аниматроником. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Так, они, пацаны, приближаются. Кстати, бьют на расстоянии. Не подпускайте ни в коем случае их. Бежал. Блин, как это ты поздно так ударил? Так, машина сгоревшая тут лежит чья-то. Так, ищем Серегу. Да вы что, Серега, вы что... Ребята, кто будет последний выживший на машине, будет победитель этого раунда. Я думаю, что несколько раундов мы точно запилим. Да можешь махать, не махать. Я вообще не знаю, пацаны, как вы так быстро слились, если тут очень легко выживать. Серега, это ты был? Да. А Серега никогда не убьет меня. И в итоге убивает. Ребята, певец очень конченый. Потому что я лучший игрок. Не-не-не, пацаны, я все понимаю, но... Вот так как вы слились по-тупому, я так и не играю с вами. Дима лучший игрок в Гаррисмоде, но конченый певец. Блин, ну ты реально, да, спалил меня. Так, давайте перекличку. Кто остался выживший на машине? Я. И Тучка, мы с тобой вдвоем, понимаешь? Сейчас же будет выясняться, кто лучший выживальщик, я или ты. Ну, все поняли, кто уже лучше. А че вы и Тучку не мочите? Вот просто такой вопрос. Ну, не, ну вот давайте, вы же все за меня, давайте, Диму. Кто за тебя? Зачем вы R жмете, пацаны? Мы ж друзья вроде, не? Кто? Меня уже забыли. Да где друзья? Ты где-то зашкерился, выходи. В смысле, я на карте. Блин, не ту кнопку нажал, еще чуть-чуть так и накосяч. Нет, ты что, ты на карте? А, он за домом, пацаны, он за домом. Не за домом. А где он? Он стоит. Ну зря вы такого видите, меня убиваете. Вы бы его уже замочили, вы будете так долго гоняться за мной. Да и Тучки делать дойдет, Дим. Да я-то понимаю, но вы меня не убьете. Я не знаю, может правила игры изменить, если вам тяжело? Не. Ну давайте. Просто поесть на машине кругами. Вам надо занять какие-то важные позиции. Ну как, а как вы их займете, если вас и так мало? Ну, можешь махать, не махать. Нет, тут я шифтом проедусь. На всякий случай. Ребят, ну никак... А, во, выскочила! А в смысле выскочила? А если так делать, чтобы тебя убили, я буду сейчас тебя таранить. Пацаны, все, вот сейчас он поехал туда, вы можете его убить, что вы чудите? Мочите его, он поехал сам себе в тупик. А он выехал? Ой. Да ну ладно, ну что вы его убить не можете? И Тучка, я, короче, сделаю так, что мы умрем вдвоем. Я тогда буду зажимать тебя. И когда моя машина взорвется, твоя тоже взорвется. И будет ничья. Все, ребята, я придумал, как ничью сделать. Я буду рад, если я не буду последним. Я это близко было. Это было очень близко, но не то. Готовься, Тучка. Ты рот закрой. И Тучка, понимаешь, на тебя я тоже охочусь. Ты что, издевайся? А их сейчас сбивать можно? Да, с одного. Ладно, пацаны, мы вас не будем сбивать. Я случайно это сделал. Дима, что ты повторяешь сразу вот это вот? Повторяю это. Не, ну пацаны, у нас... Ой, стой, стой, Тучка, стоп. Ребята, меняются правила игры. Я люблю... Смотри, что я делаю, Тучка. Я, ну, блин. Я добавил гравитацию немножко. Теперь 1000. Ну это теперь да. Теперь тяжело будет переезжать нам бордюры. Это раз. Теперь это... и Тучка проиграет. Это два. Знаете, ну, почему так... сейчас и Тучка проиграет? Сейчас найдется такое место на карте, где он застрянет. Ну по-любому. 1500. Дима, ты... Да ё-ма, а кто меня убил? Меня пацаны взорвали. Так это... Да Серега. Дима, ты накосячил. Ты, блин, вообще рвых, да. Ну ладно, все, и Тучка, ты победил. Да блин, ну пацаны, ну ладно. Ну все, пацаны, давайте тогда я начинаю. Раз я проиграл, я согласен. Ребята, теперь я аниматроник. Я покажу, как надо мочить пацанов. Вот едет, смотрите, жертва аборта.
Ладно, повезло, повезло. А ты застрял, да? Да. Плеймарк опять первый слился. Ого, у тебя искрит. А, так гравитация стоит же больше, пацаны, чем надо. Да. Это чтоб мне легче было, вы же думаете, я буду долго убивать вас за 5 секунд. Сейчас выживет тогда, самый тогда, умный. Тогда давайте Диму давить. А, ну, о, давай, сейчас... давай. Я согласен, полностью. Мочи. Да блин, я хотел его. А я в это время нажал ножом, удар. Ну давайте, кто хочет меня сбить? Ну? Вова на белой машине, давай. Ага, не хочешь, да, очкошник? Я иду к тебе на помощь, Дима. Повезло, повезло. Это просто везение. Ну ты найди меня, Дима. Так, наверх. Пацаны, очень... Так как гравитация высокая, Серега умер. Ура. Ты застрял, да, когда начал ехать? Мне машину... Занесло. Это хорошо. Поздно. Так, хорошо, кто выиграл? Я, получается. King on Fire, ты победитель? Я еще живой. Ну, Дэн еще. А, и Дэн еще. Так, подожди, а где Дэн? Я его не вижу. Эй, выезжаешь, сынок. Очкошник, сынок. Ты где, сын? Ха-ха, сынок. Если бы я хотел, я давно бы выехал. На. Есть. Минус Дэн. Ну все, кто победил? King on Fire? Да. King on Fire. Ну так выезжай тогда, покажи, вдруг ты... А вдруг ты машину вообще удали, сейчас заспавнишь ее. Да я в воде, можешь найти меня под водой. А, так машина же должна ездить, у нас же... Так это я не знаю, честно или нет под водой. Напишите в комментариях, честно, когда он под водой шкерится или нет. Хэштег King of Fire читер. Третий раунд. Серега играет за аниматроника. 3, 2, 1. 1500 гравитация стоит вместо 600. Поэтому сейчас будет нам очень тяжело. Все. Не, ну я понимаю, что King of Fire не умеха. Ну и до такой степени это, конечно, ты удивил, если честно, меня. Очень сильно. Да вы что, издеваетесь? Идите ко мне. Поешь тебе не они. Серегачка. Ух ты. Ой. Еще один красиво взорвался. Ну нет. Так просто я не сдамся. Я хочу выиграть, понимаете? Только так я смогу успокоиться. Да. Махай, только не в ту сторону немножко ты машешь. В принципе, я мог его сбить. О, челлендж. Сбей одного додичного аниматроника. Смотрите. Показываю один раз, как это делается. Сейчас ты умрешь. А блин, ну повезло, повезло аниматронейшену. Вот, жертва аборта. Я, блядь, ты прям на него. Повезло. Повезло, блин, то смотрите. Не могу челлендж выполнить. Я должен это сделать, я должен. А блин, машины как-то, да, пацаны, туговато управляются, не кажется вам? Да, 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 да. Есть! Челлендж выполнен. Следующий челлендж еще одного придурочного аниматроника избить. Вот, смотрите, вот. Мне он уже не понравился с самого начала. Повезло, повезло. А машина тяжелая. Мне кажется, она даже как-то более реальнее управляется, что ли. Ох ты, блин, как вы меня не взорвали, серьезно? Удивлен, вы прям махали на тачку мою. Есть, сбил, нет, не сбил. И тучка, где плесо? Что-то легко, да, пацаны, может еще добавить гравитацию? Не надо. А чё? А пацаны, добавлять или нет, кто играет за аниматроника? Так тяжело заезжать. Ну, по сути, вообще не можем заехать. Как я по тени попал? Вот я не знаю, Сережечка, не знаю. Печит. Может из-за того, что я лучший игрок? Печит. Нет, пожалуйста, нет. Петучка, ну умри, будь мужчиной. Я сейчас не умру. Ого, я же забыл гравитация, ё-моё. Вот это я впеляхался. Ну машине вообще нифига. Хорошо, давайте рискнем. Мы рисковые люди, чё нам бояться вообще? Опа. Ну что? Кто из аниматроников хочет быть сбитым? Давай. На. Повезло, повезло. Ну скоро я тогда играю, что меня реально собьют. Так, пацаны, вы вообще слабые, понимаете? А ну вообще с пацанами никто не сливается. Это лучшие игроки сейчас играют, понимаете? Все, Серега, молодец. Ты прям заранее, да, махнул? Да.
Серега, я считаю, что ты респектовый пацан. И, конечно, замочил меня по красоте. В принципе, это моя школа. Так, ну что? Давайте, подожди. А, кончилось топливо, мочите. Так, кто еще остался в живых? Я. Так, Дэн, ты победитель, понимаешь? А, нет, вот он. Так, Денчик, ну что, последние твои слова. Окружайте его. Я, короче, здесь его буду чекать, и здесь он уже не пройдет. Дима, получается, я всех в этом раунде убил. Да, ты молодец, Серега, вообще. Так, все взрывает, смотрите. А у него же тоже может топливо кончиться. Вы думаете, оно вечное? Да. У меня больше половины вот еще. Вот эта толпа за ним бегает. Сейчас он по-любому сюда поедет, и я его здесь взорву. Просто так он не ускользнет. Все, в воду, пацаны, все. Это косяк. Да, он не упал. Да, блин, ну молодец. Прощай. Так, давайте думать дальше, что ему можно за подлянку сделать. На. А, все, молодец. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ох, как закрутил. Всем пока.